Всем привет, ребята! Если ты следишь за мной в Инстаграме и Фейсбуке, значит, ты уже заметил, что я стала участником украинской команды Фанта. У меня для тебя есть супер крутая новость. Сегодня будут опубликованы результаты первого этапа от Фанта на страничке у Фанты в Фейсбуке. Ссылочку я оставлю в описании. И те ребята, которые выиграют, их работы будут на сетилайтах. Я даю тебе большое задание. Тебе нужно придумать 1000 слоганов для Фанты. Придумай что-то свое. Станцуй, спой, нарисуй, опиши. Я верю в тебя. Надеюсь, у тебя все получится. Удачи!